Блаженны миротворцы у судьи, умеющие жить для примирения. Кто жаждет мира, Господу, приди, соедини разорванные звенья. Война, раздор вблизи и за горизонтом, бушует пламенем в уме и наяву. Из блиндажа глазами обведи по фронту. Парламентарий не скрывается во рву. По свистам пуль, словесных перепалок, прицельных и осколочных снарядов, семейный фронт сраженных сколько пало. Подумать страшно, но мирить их надо. По кухням, по постелям баррикады, брустверы подушек и посуды, у тещи тощий язычок до ада, изменщик муж по имени Иуда. Кто примирит детей из всех семей, где Бог не вхож и явно не любим? Ты миротворцем стать для них сумей, на поле брани, с Богом не один. Он усмирит и примирит в Иисусе поверженных, растерзанных и смятых. Спасенные в чреве рассмеются, в молитву к Деве превратятся маты. Блаженны миротворцы Иеговы, они подобны самому Христу. Со Словом Божьим в бой идти готовы, дверь сердца отвори ему на первый стук. Глашатые Голгофы, примирение, зверинец превращает в райский сад, в бессмертие облекают прах и тление, хотя их встретить и не каждый рад. За гробом примирение не наступит, имеет покаяние ныне силу, непримиренных истирают в ступе, им белый свет темнее, чем могила. 25 мая 2003 года.